Moldovan veda posatolson. Tolstoy Milli Televizya deşmavi demonalar. Tolstoy paytaxtlan Konada de hangomi vakti saat. Забойон Янховон. Ама чанда вахте габ жайдамон бошмаки, Азербайджан номада хайми гавгазада ба песохта довлати сохтемони охойохойе, авия птпуабанине янки сиоси джахатоханиян де адаб арконе бвотомон формат банине. Бочи ама вотедамон амони башма. Чама калит хамшокорон вотедан ки Азербайджани республика рана бе анан актуал масалани. Чумчко, хич маса чама региона да ба геосиоси шариот хала имкон додан ни бами. Амия вотедан ки гуя Америка имкон ни бадо ки вло бабу ам довлад. Калли касон вотедан ки Русия ни бахаште ами. Чумчко гуя чай хайми гарби марзона да тожа довлатон ба майдон беше уйгун ни ба чай марагон. Своеми калли касон иддо кардедан ки гуя Русия пьедаше Азербайджан битов-битови дашу ба Авразия иттифоқ. Туркия хақада хич гап жайданим, чумчуко ам довлат эғич багат Азербайджани чай хабари ба каше, имкон ни бадо ки вло бубуав. Ама зне дамон мони хаммай, ама масе дамон мони хаммай. Ин таси жаго даставузон хич глайни чама назаро джидди азни бе, авон хич глайни реал заминаш ни. Охо ба Америка чо айдиота шесте чуми? Охо Америкаи ба штатон вей вахте ки Гирджистони ба назар нестаномон, хани дам ганде данин ба постсовети макони кон. Охо на ваге онушо додан ки Америка хич вахти они ба гарден ба регион. Туркия масалан маалуме, чо Туркия ян Азербайджани арада хагигата да анна проблемон ян ишкелон хестин ки Некники чавон хар глайниян Эрманистони арада. Ав ки манде ба Русия, албатта ио хала хастин дугини газина одамон ки, авон урзувони бардидан ки, кейна Азербайджани дахил бакан ба Авразия иттифоқ. Ин тази хагигатан масалан молияти зина касон, геосиосатикуса бекарда касон бовамандин ки, жагобубу бавада Авразия иттифоқ воло бабе. Хаманче Русия арози битовати манде парси жияда бабе. Чумчко Азербайджан жиго битова холада хозы глай геосиоси бомбае. Пантеркати ян исламизм жиго глай лахтае ки аф тапне базне харчи ян харки. Ами таби ки сараседан Русия да. Аве чай хич гла агылманда рахбар розни бабе ки дана башта империя Сани батон оджон варде назарада гата стратежи иттифоқ жиго глай песохта довлати. Чумчко жаго бабу, бабада Русия довлати штанни эсатна холада манде ян манде масала ба миён беше базне. Аве амам руж сахт-сахти вотедамон ба одамон ки авон халан шак вардедан ки кам манда ба Азербайджани охой. Шума хахман нишон. Гурбина дустон. Чок-чоки фикир бкошон, вагив ббошон ба масала моляти, бавада бова бакашон ки Азербайджани влобе веян дияруя аянда масала ни. Ам объектив реалатие. Тарихи объектив ганунон штан,
zaruri kardedanimi. Davarda safa ama gapmunja boşma çı Kuba diktator Batista haxada. Vot muneki i hazun afsa penjo nav haştmina sori dekabra mangi siv iada, yani ba Kuba inqilobi penj şaş saat manda Amerika vja mafiozon yan biznesmenon gırda babin baçaysa. No pegat kardedabin ştaplanon. Hiç baçavon ağlan omedanı beki, Kuba'da diktatura rejim oho erasa. Çiç beçan çay oho. Maştana ruji inğılop haqiqatan galib oma Kuba'da. Bova bıkan bama, çıma azon. O zor boycun adan jagobabe. Yani çarşı okavikada ik haran bavindeşon ki ni ba hamçı dovlati esatna hukumat, hamançı dovlati iştan. Jıbızın hiç niye ban. Vaziyat her dakika bazne da gişbe. Bama lozime ki çama halgi bafot ne da tarihi fırsati. Bısokta işte sabah soja dovlati. Coro bışomun xıdo ni babakşe bama ami. Çama aziz giremiyon. Şahsan az bovamandim ki ama baznemon ami karde. Zumun yan gıyratmon barasebimi. Çama halgi hestişe nahanga potensial. Çay pasiyanlara imkun hammay orahanin. Ave az ovardedan bahamma şak kokun. Çıma azizon, de ın pesokta dovlati iktidori gird noumuya prognozon yan hanakon mışğul bencan, hızı bıkan çama halgi bu çay ozode ruji. Ne, giram piedaun nıbu jigobu bu, babada hiç nıbu babolion bu çama halgi, okriyan bakano. Pojanati makan bakhalgı ko. Iştan fikir bıkan, fakton onan bayandı. Objektif tahlil bıkan ozur bücuna da yan tolustona da ba şariyoti. Bova makan ba tırkun şina zıvoni. Baçavon tabliğoti maşini vota du talbison. Avoni hiç perokne azı nihani. Çok işave, şuma iştan gıydi bıban, işta halgı gıydi bıban. Boşta yan boşta ağılon gılay ruj bıbaman. Bova bıkan bama. Şuma hiç ko nukoşun çay ziyonuş kan babe. Ama hejo jigoan şak kokati bakoşun, halgi say gal bakoşun deşta şak koka fikirun, bahva toşun işte halgi ba jo millati, çarş puşna bakaşun mahlogi, da ba gijneşun avoni. Komunin imrujna rujada çama barda ozodi cangi konturun. Sıhani kırti bu votomun, dıkla masala hısteyiyo. İminnani çama halgi milli ıştanati ogate. Dıminnani gılay kanu adanışte ba dumotşe. Her dıkla holada şıma dastak baduşon ba çama halgi ozodi koy. Çünkü hakana ba dumoşa pasiva odam çoke nekniki vatan parvarati hakada hışk hışki başta sinaja ba haqiqatan ko kardakason lang lağı pepuşya odam. Yoda da o gadan ki halk gılay bandi ruye, ovayze. Avıştan ro paydo bakarde boşta, barase başta ozodi okyani. Çok naki ru emeda badiyo. Şuma kutala ba kuave ki mane ma bambay. Kında şomadan ba halginav. Dal dali manavan, avara sargardon maban. Ama ba lang lağan pema puşyan, ıştani jigo nişomadan ki guya şomanan kokarde daşon. Aşiş aşişi bınıştoşun ıştavrada, aman gılay yolla kobabe. Çama xosa xalq. Çanda kara votame başma ki, ozor bojoni haqiqatan vlo be bpiyonezine, babada baçay bu yavula fik bedan. Çici nazarada gat edamaz. Am ancak iqtisodi tanax zulni. Bahada gab jayan piyedani, çünkü ozor bojoni iqtisodiyoti isa kom holada be, tolustona da jiya toluşun hammaysa çok zaneden. Avon kaşedan çay aziyati. İyo asos masala, camiyati manavi po baston ba puçi beşeye. Ahloğ mandani ozor bojona da, manaviyot mandani, na din mandani, na imon, harom gınya bahaloli, sıpa zanedani işte hayvandi. Çok çiye, bevaç çiçe, ağılmant kiye, ahmak kiye, alim kiye, besavut kiye, dıst kiye, rost kiye, çoki çiçe, bevacı çiçe,
هیچ کیسا بکار دزندانی. دولتی یولونشتان همه سایولا مرداتیان دزدین. آون همه سایولا جنایت کرین. چه جنایت کرون ساده نشته کسان الهام علیویشتانه. چون چکو آو نشته چه دزدون ساده. شما تصادف زندشون که امروژنا روژده اصل دزدی حرمت ویه نکنیکی جمعیتی جو ادامون حرمت. اغلی که با یول به ساودی که با علیمی همه ادامون زنچی دزدونین. کریمینال افتوریتتونین. اصل علیمون، انوشتون، شایرون، راسامون، باستاکورون ادامی وردن نواکسنی. دولتی ساده نشتاکسون تکلیف کردیدن که دزده قانونون تطبق بکن دولتی جیمونده. دولتی ایدورا بکن ده دزده قانونون. تاریخی کامده وید زنه هر کس باشما بابوته که تاریخ ده عمر بیله بانی جیگو چی. کم دولت ده جگو تامو یولون بان بو ماندانی دولت. محف با. ام دولت چوک نبازنی جیه که چای دپوتات فازیل مستوو نوشته ده که علمی نجیم سانتی ایدورا لزیمه کرده ده دزده قانونون. چون چکو دزدون سیستم هنیان وی دموکراتیکه. اوون یعنی دزدون گرده بدانی جو مزوکیره کرده دن. نو پیگت کرده دن که کی حقه کی نو حق. چایو غرور قبول کرده دن. آی وغانده دن با لزیم با اونوونون که بدا پیش نووتن که خبامون بانی. چایوان او نوشته ده که چما تاله چوک نبابه گیرم ایبردامه چما اشتا قانونی دزدمون نبو. مثلا ارمانیا یا گرجیا دزدون امر بکن باما. بابا دا اما باپه گلای جو ملاتو دزدی پیگا تامون بوشتا ملی بکامونای که بدا کریمینال علامه دا تمثیل بکا چما ملاتی. اخویادا مستاوو وطه دا که اما دزدون کو اموتانی نیمون دموکراتیا پرینسیپون. هچه مخواسا خالغا. بوا بکن باما. گیرم گلای جو دولتی دپوتاتی و تشبای امسخانون ایسا وی وقت بکی خوشون کرده به چای که. جالوونی بویان نوی ایسا پارلمنت هدا. مخلوقی الباحول توجنیاش بجاگو دپوتات. اما اوزور بجانده هیچ کی چوچین بدنی با جیگو سخانون. اکسینا وی ادامون روزین ده چای تکلیفی. بو چی؟ چون چکو مخلوق همه زنده که دزدون وی وی چوکین جیگو اقتداری سا، جیگو حکمتی سا، جیگو پریزیدنتی سا. اما درد بماده که دنیا دا باکی بووتوش امسخانون همه باووتن که چمون سا خروبا یعن که چمون اخورا سا. چون چکو دنیا دا چوک زندن که جیگو دولتی هیچ حقش نی بجیه. چوک زندن که جیگو چیون همه دولتی اشتانی ولو به نشانونین. اوه باشما وطیدم که امونی وینده وینده امونی زنه زنه با چی با پیکالی تولوشون اشتانی لو پوست بکن که بوان ولو ما کامون ازور بجانی. بدا ولو نبو ازور بجان. با چی اوان پیداشونه که چما ام با بولاجا خالق هجو بجیه ظلمی جیاده. با چی با پی ام خالق به نشو با ازودی. ازود نبو. نبوشه چای اشتا سباسو جاتوولاد. امریکا باکه ایو، روسیا باکه ایو، ترکیه چه غالت بازنه کرده ایو. اخم جون مارده هانی، پخه هانی، هیچ کی ازنی آی پروخ نه. کنجو ویندانه که مارده بایجی ببو کرده. ام که تاریخه دا ای کارا قسمت بابا ایسا پیغمبری، اوان که خدو پیغمبره، خدو دواش به بای جاگو قدرت. چای با پیشتا هنی با هیچ کی قسمت بانی مارده بایجی کرده. ایسا چما کالی تولشون با چی اشتانی تو زندن با ایسا پیغمبری. هجو وطیدن که هیچ ماسا اون امکنی بادون که ازور بجان محب بو. اشتانی زویگات مکن ها تولشونا. ام پیسوخت دولتی جونی وینی پخه هنی. بوان چانا دینی چای خاشا ارگانون یعنی اشتا وطن تولستونی او چک نامون چای کوکی بدا آوان نپخه دیای بایی جو. چما جو رومون نی یا باپه ازود ببامون اشتا سباسوشا دولتا دا ازود یعن بختوار بجیامون یعنی که آمانان
բը փխամոն դե այպայիջո։ Բը մի հիչ շակոն նբու։ Ես ամբուան կալի ռաղամոն բվոթն բաշմա։ Հաս մի ստատիստիկա խաբադոդակի սի հազոն նարքոման հստե ես ազորբայջանադա։ Ամիան բվոթմ կի ավոն հալա հաս մի գեիդիոտադա բակասոնին։ Հալա չանդա կասոն հստինքի հաս մի ստատիստիկա հիչ խաբաշան նի չավոնքու։ Ումում դնյո սահիա տաշկիլոտի էքսպերտոն ոտիդանքի հար գլադովլատադա բա նարքոմոնոն հաս մի աշմարդի բժանան բաչոյ բավադա բազնեշոնքի հաղիղի վազյատ չոքնայ է։ Ժիգոնա էհանա սի հազո բժանոմոն բաչոյ բավադա մալում էդակի սադվիստ հազո նարքոման հստե է սաղզոր բոյջոնադա։ Ամա հիչ աման ռիալ ռաղամնի։ Բալքյաման 9 միլիոն նարքոման հստե խարաբադա։ Բա նազար բստանանքի չմի հալա հազու հազու նարկոտիկ հավատակասոնը շստե։ Բա ոն փոսի բոնաթի կարդա պոլիսոն յան ջոմ մամուրոն հստին բավադա բավինդեշոնքի իգլա նարկոմոնոն մասալա սբուտ բազնեկարդեքի ուզոր բոյջոն չաննա ռամավ բբո անան չոք բաբե։ Ավե աս բաշմա ոտեդամքի հիչ կի պերոխնե ազնի եմ դովլատի։ Չում չկո չը դովլատի հիչ իգլան խաշա օրգանը շնիքի ում դավո բբամոնքի այ չոք բաբե կարդե։ Աբնի կարդե չմա ազիզոն։ Դեմին ոլի չմա ազիզա բյոնիան հովոն։ Չամա հար ջուրա հախմոն հստեքի Օզորբոյջանի վլոբե հախադա գաբ բժանամոն։ Չամա ոթայոն ռիալիան օբյեկտիվ պրոգնոզոնին, ֆանտազիան նինավոն։ Ավե շմաքու աժոմավեքի չոք-չոքի գուշ բդան բաչմը ոթայոն։ Չայուան աշտակ լո բնան աշտանավադա նղլ-նղլի նոպեգատ բկանավոնի։ Ամի բկոշոն բավադա բովաբակաշոնքի չամա խաղի հեստշե իգլարո։ Չաննա դինի, փերոխնը աշտանի, օզոտ բբու, բսողտոշտա սաբաս ուժադովլաթի։ Խդո աշտան կոմակ բբու, բկուադա բաչամա խալղի։ Բժը չամա խոսա խալղ, բժը սաբաս ուժա Թոլստոն, բժը Թոլստոնի միլի տելևիզիա։ Պեշոմայոն հավատա համա մանթաղոնշոն դաբաստա չեչենիս թոնադա, ըմքո վաղեբա պեշ ռոյ նաղլիոթի գազո, հավտ կաս մարդա համոն գազոադա, ռյանովսի խաբադուդակի վահախադա խաբաշ դուա ռոյ նաղլիոթի գազոն պրովիլակտիկա գարար գո ռահբար,
դեշտախոշի իմ տինոշոն կարդեշտա վավուլատիկու։ Ոտաշ է դավուդովի չեչենիստոնի ռահբար Ռամզան Քադրովո թոնո ռեգիոնի ռոնադա մարդեյան խասորատի հոլոն հախադա դաբարդա մշովիրադա։ Պարլամենտի սպիկերի ոտաշ է կի սպիրտինա պեշոմայոն հավատա վիստ գլա մանտաղա հստպե ռեսպուբլիկադա։ Չուկրայնա սիլոհինաղվոն դամանդան բա ռագետ գանդա թալիմոն մամլակատի հայմադա կրմի նեզիադա։ Բա աղադա գապժա հայմի հավողղվոն կոմանդանդի մատբոթի մարկազի ռայիս վլադիմիր Քրժանովսկի։ Հարչի իդոմա կարդիդա բա զենիտա ռակետա ռաբիտայան բե պիլոտա ավիասիա դաստոն։ Բկո ջալ բակարդեն համան զենիտա ռակետա կոմպլեքս սի սեսա։ Բայոն շկարդա Քրժանովսկի։ Բուկոյադա պիաշոն է վլո բկան չսոսո Փավլիաշվիլի կոնսերտի։ Հակնաս խաբադոդակի չսոսո Փավլիաշվիլի կոնսերտ իսատ բա դիդագնյա։ Մուղաննի բա սահնա բեշենջան դաստայ ոդամի մարաշուլաշ էղանդա։ Ավոն դամանդան բո խարաբող խարաբող զիկաժայ։ Չսարա բեթալուկատի խդմատի բեկարդաշե ավոն կոնսերտի զալո։ Բեհուդա զումանդա բեթալուկատի թատբիրոնշոն վինդա կոնսերտի զալադա։ Պոլիսի դե դղատի ոսա կարդաշե բա կոնսերտ օմակասոն։ Զալադա չանդակաս մաշուրոն բան։ Չավոն գլայնի առազ աղալարով է։ Սոսո ռուժի բանավ օմա բա բոքու։ Էմին աստուդիո գրուպ յան վախտանքի կաբիձե խսուսի մեհմոն բան կոնսերտադա։ Բոքույադա հուկմատի բոֆամանդա նոքոն էդաշտե մարոսի մշոն դավոնյա Ազրբայջանի խալգի էսատնապա Իլհամ Ալիևիչը խալգի յան դովլաթի ռադա ֆաուլյատի հախադա գլայան դասու փասու։ Ափիա խաբադուդակի դեպուտատ Էլմիրա Ախունդովայա չդասու փասու մալիվ։ Քիտոբի նոմժի գոյե Իլհամ Ալիև դագիշյոն ֆոնադա պրեզիդենտի պորտրետ։ Մալիֆի ոտաշեքի քիտոբ նազարդագաթաբա Ազրբայջանի յան չայ յոլի կամ զնա խարիջի աուդիտորիարո։ Քիտոբի հոզըքարդյադա այ օգոշ դուաչը Ռամիզ Մեհիդիևիչը Իլհամ Ալիևի դա սոր նաֆաուլյատի հախադա գաբժա Ազրբայջանի դագիշ քարդա դա սոր նոմադա քիտոբո պեգատա իկտիբոսոն։ Ըմ քիտոբ դը սե սոր բանավ չապոբեշա, չապոբեշենջան չմը սապեմիզի քիտոբա, ոտաշե Ախունդովա։ Նա Ֆրանսա պրեզիդենտ Ֆրանսուա Օլանդ նան չայ սար նազիր Մանուել Վալս ուսպուր ազնին բեկի ավոն էբագնեն բա պրեզիդենտա սաչնոն դմինաթուր։ Մի նիշոդոդան պենչ շամբարուժի չը կոմպանյա էլաբե դավոնյա սոսիոլոժի պարսեմոնի դարջ բա նաթիջոն։ Խաբադոդա Ինտերֆաքս։ Ժիգոքի գիրամ սաչնոն բա բայնեսա իմինաթուրադա ղալիբ ավոյ չը ռեսպուբլիկա պարտիոն նոմիժա Ֆրանսուա Ֆիյոն սի ֆայիզ։ Դմինավրադա էսա բոյ բա ֆինիշ բեյաշի ուլտրարոստա միլի ճապալիդեր Մարին լեպեն վիստը չովայիս։ Բա սեմինա վրա ուսպուր ազնիբ է Օլանդի հուկմատի թար կարդա աշտա շախսի հարակոտի թասիս կարդա Էմանուել Մարկոն շոնզավայիս։ Չոմինա վրա ագատի ճապա թամո յուլինա սիոսատքոր ժան լուկ Մելանշոն շոնզավայիս։ Օլանդ սա աժանի սաչնոն պենջ մինա վրա դա դե հավտ վայիս սադո։ Չը Սուրիա շար Ալեպոադա իջուա Ռուսիա իրոնի հումանիտար ամալյոթի դավոն է հախադա Մասալա Նազարո դավոն է դամոն։ Բա հախադա բա ժուրնալիստոն խաբաշ դուա իրոնի դաշտիքոն Նազիրի Մովին Իբրահիմ Ռահիմփուրի։ Խաբադոդա Ռիանովսի։ Ամա նավքուան մշխոլ բամոն Սուրիադա դե հումանիտարակոն։ Էսա Նազարո դավոն է դամոն դե Ռուսիա Ֆեդերացիա իջո հումանիտար ամալյոթադա իշտիրո քարդե հախադա Մասալա։ Ոտաշե Ռահիմփուրի։ Չայ սխանոնքու ժիգո մալումբեդակի թերորիստոն Ալեպո պատակարդա ֆալոկատի նավի գաթելոզիմ է։ Չը Սուրիա լաշխարի օզոտշ կարդա թերորիստոնքու շահրի շարղի կոբասոնադա բա շոնզա գլա մահալա։ Նավե հազո կասիսա վեի ոդամ ժիեդա բա մահոլոնադա։ Խաբա դուաշե պենչամբարուժի Հուսիա սար գղարորգու սար օպերատիվ իդորա ռայսի։ Հուսիա լաշխարոն հոզն ան կրդա մդդատադա հումանիտարա կոնվոյ բեխատո դավարդե թամին բկան բա Ալեպո թերորիստոնքու օզոտ բա rayonun. Yola deniyun delenden yar
Здравствуйте! Сегодня наша беседа будет посвящена Моисею, великому пророку древности. Образ пророка Моисея известен в исламе как образ Мусы, пророка и посланника Аллаха, который отмечен тем, что ему было ниспослано послание от Бога. Наиболее ранние легенды посвящены детству Мусы и его борьбе с египетским фараоном, то есть фараоном. В этих рассказах приводятся обычные истории пророков, которым сначала никто не верил. Это ведет к наказаниям для неверующих. Есть намеки на то, что Моисей, он же Муса, вступает в конфликт с собственным народом и упреки иудеям в том, что они предали собственного пророка и исказили священные книги, где говорилось якобы о пришествии пророка Мухаммеда. Более поздние авторы в своих комментариях к историям о пророке Мусе добавляют новые персонажи и детали жизни Моисея. Добавляются новые сюжеты о безуспешной попытке сжечь Моисея в печи, о том, что он получил от Бога в подарок пестрых ягнят, о чудодейственном посохе Моисея. Образ Моисея в талышской народной мифологии аналогичен фактически образу Мусы Пехамбара или Хизра, который является покровителем всех домашних животных. Этот образ Моисея, как пророка-покровителя всех домашних животных, пастухов и всех тех, кто имеет дело с этими животными, был характерен и для самых древних легенд о нем. В мусульманской версии о деяниях пророка Моисея подробно излагается история преследований иудейского народа египетским фараоном. И мать пророка по приказу Бога бросила колыбель с младенцем в реку, чтобы спасти мальчика от воинов фараона. Ну, очевидно, что речь идет о великой реке Нил. А жена фараона нашла колыбель, взяла мальчика на воспитание и отдала его
на воспитание собственной матери. Но однажды молодой Моисей встретил возле колодца в пустыне египтянина, который издевался и унижал его соплеменника. Заступившись за него, он убил египтянина и закопал его в песке. После этого он был вынужден бежать и скрываться. Затем Муса встретил двух девушек у колодца, познакомился с их отцом, который согласился на брак молодого человека с одной из двух своих дочерей. А сам Моисей за это должен был отработать пастухом у их отца 10 лет. Это была как бы плата за согласие жениться ему на одной из дочерей. Когда же этот срок закончился, Моисей отправился со своей семьей в путь. И здесь встретился с животворным огнем, из которого к нему явился образ Бога. И во время этой встречи Бог объявил Моисею, что посылает его к египетскому фараону, и он должен там проповедовать единобожие. В помощь ему Бог дал брата Харуна, или по еврейской традиции Аарона. В библейских текстах он назван также Аароном. Бог выдал Моисею 9 знамений, чудес, в доказательство его пророческой миссии. Одним из этих знамений стал знаменитый посох Моисея. Явившись к фараону, пророк Моисей потребовал отпустить на волю его родной израильский народ, иудеев. Фараон вызвал лучших колдунов Египта и устроил соревнование с Моисеем и Аароном, которое, конечно же, выиграл пророк. Фараон разгневался на своих колдунов, поскольку он считал Богом самого себя, и он приказал подданным построить высокую башню к небесам, чтобы доказать, что никакого Бога там на небесах нет, а Бог – это он, фараон. Он приказал жестоко унижать всех соплеменников пророка из сынов Израилевых. И тогда Бог ниспослал на Египет страшные беды, разрушения, ураганы, землетрясения. И фараон был вынужден отпустить на родину народ Моисея, народ иудеев. Бог помог Моисею, и он ударом своего чудо-посоха раздвинул воды моря. Пророк Муса со своим народом прошел пустыню, где он ударом посоха сотворил 12 источников воды. Затем Муса поднялся на гору. Здесь к нему снова является Бог, Аллах, и дарует ему знаменитые 10 заповедей. Вернувшись с этой горы после встречи с Богом, пророк Муса уговаривает свой народ идти в благоденствующие и процветающие города земли обетованной, священной земли Палестины. Но народ боялся идти, и поэтому только после смерти самого пророка Мусы его народ вернулся на землю обетованную. Если обратиться к талышскому народному фольклору мусульманского периода, то в нем мы найдем образ библейского Мусы. Так, одно из преданий талышей рассказывает, как Бог создал собаку по просьбе Мусы для охраны стад овец от волков. Многие комментаторы усматривают также образ Мусы или Моисея в рабе Аллаха, который встретился во время путешествия его к месту слияния двух морей. Это аллегория бессмертия. Все это говорит нам о том, что сказания и легенды о разных событиях, происходивших с Моисеем, были хорошо известны теоретикам происходивших с Моисеем событий. И события эти
были известны богословам, которые жили от 8 до 17 века и использовались в истолковании различных сюжетов. Образ пророка Моисея с различными действиями, заимствованный из Библии, часто переплетается с различными сюжетами, которые приводятся в связи с жизнью и событиями, связанными с Мусой. Сравним рассказы о Мусе с изложением в Библии истории пророка Моисея. Книга «Исход» сообщает нам о происхождении Моисея из племени евреев, иудеев, проживавших в Египте. Фараон обратил евреев в рабов, но они стали быстро размножаться, и это вызвало у него страх. И он решил уничтожить. С этой целью он приказывает убивать всех еврейских мальчиков. Их должны были топить в Ниле. Мать Моисея, Йохаведа, 3 месяца скрывала у себя младенца, которого она родила, а потом решила посадить его в тростниковую корзину, обмазывала его смолой и пустила в плавание по Нилу. В это время дочь фараона со своими слугами явилась для купания на берег Нила, и она обнаружила корзину с Моисеем. Она сразу догадалась, что это один из тех еврейских детей, которых фараон приказал топить в Ниле. Дочь фараона пожалела младенца, взяла его в свои покои и приказала найти ему кормилицу. Этой кормилицей оказалась Йохаведа, мать Моисея. Так Моисей снова попал к своей же матери. И, судя по тексту Библии, она кормила его 3 года грудью. Затем его воспитанием и образованием занялась дочь фараона. Она обучила его всем известным в Египте наукам и премудростям жизни. И Моисей вырос вполне образованной личностью. И вот однажды уже взрослый Моисей увидел, как египетский надсмотрщик издевается над рабом иудеем. Моисей убил египтянина и закопал его в песке пустыни. После этого он бежал из Египта, встретил в оазисе священника Иофора, поселился у него и женился на его дочери Сенфоре. И она родила ему 2 сыновей – Гершама и Елизара. Родные стали упрекать Моисея за то, что его жена эфиопка, и это не подходит ему. Моисей пас скот и жил у Иофора, пока однажды к нему не явился Бог у горы Синай и потребовал, чтобы Моисей вернулся в Египет и избавил свой народ от рабства у египтян. Бог наградил его священным посохом, который творил чудеса. Бог назначил ему в помощники его брата Аарона. Они вдвоем вернулись на берега Нила и потребовали от фараона освободить народ еврейский от рабства. Фараон отказывается, и тогда последовали 10 казней египетских. Воды Нила превратились в кровь, началось нашествие на Египет жаб и мошек, мор скота, всеобщие болезни людей и домашних животных и прочие несчастья. И тогда фараон разрешил евреям отлучиться в пустыню, но только на 3 дня. Евреи ушли из Египта в пустыню. При этом Бог указывал путь евреям и даже ночью освещал им огненным светом дорогу. Евреи перешли через море, которое расступилось перед ними, но тут же поглотило армию фараона, которая следовала за ними. Затем Моисей повел свой народ в землю обетованную через пустыню Синая. В пустыне Бог послал евреям разной еды и воду. С неба на них сыпалась манна небесная.
И так продолжалось 40 лет. Бог призвал снова Моисея на гору Синай и дал ему знаменитые 10 заповедей. Моисей оставался на священной горе Синай 40 дней, и там же он начал создавать первые законы Израиля. Лицо его было осияно светом Божьим, и поэтому, вернувшись к евреям, он накрыл на себя покрывало, которое скрывало этот свет, чтобы его соплеменники не ослепли от света, исходившего от его лица. Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне Синая, чтобы прошло 2 поколения, и забыли бы они рабство свое, и вытравили бы они из себя рабов. Моисей умирает в самом конце этих 40 лет, перед тем, как народ его пересекает границу страны обетованной. Перед смертью Моисей назначил своим преемником Иисуса Навина. С 19 века историки и философы заинтересовались вопросом о том, насколько историчны известия Библии о Моисее и была ли на самом деле в истории такая личность. Многие приходят к выводу о том, что источником сказаний о Моисее в Библии послужили сразу несколько легенд и сказаний различных древних народов. При рассмотрении разных случаев из жизни Моисея можно видеть, часто это не связанные между собой истории. Не меньше занимает ученых вопрос о том, что если Моисей был реальной исторической личностью, то при каком же фараоне он жил? Различные авторы датируют его жизнь и 16, и 12 веком до нашей эры. Ясно, что евреи покинули Египет и бежали в Израиль после изгнания из страны гиксосов. Свою версию этого вопроса предложил и Зигмунд Фрейд. Он считал, что все события, связанные с Моисеем, произошли при фараоне Эхнатоне после 1358 года до нашей эры. Этот фараон умер в 1351 году, и через несколько лет евреи вырвались из египетского плена. Фрейд считал, что Эхнатон хотел создать новую религию для египтян, но эта попытка провалилась, и его учение заимствовал Моисей, и на основе этого учения создал новую религию иудаизма. Эта версия сегодня отвергнута многими историками религии и богословами. В любом случае, мы должны отметить, пророк Моисей имел большой авторитет у древних народов, был хорошо известен основателю ислама, пророку Мухаммеду, и его образ нашел свое отражение в народном фольклоре, религии и обычаях самых разных народов древности, в том числе и у талышей. Спасибо за внимание. Çokakile çeşki külsüt edem Sanam pide başa bar yuvut edem Çokakadan par par omoydan Çokakadan par par omoydan Yaha bovut yane bovut var dedem 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 Yaha bovut yane bovut var dedem
se çaman dalada Şaşan mal nasip yedim ne polada Kaşta vara se çaman dalada Şaşan mal nasip yedim ne polada İlçin umanlaştan barzalamadan İlçin umanlaştan barzalamadan Yaha bovut yani bovut var dedem 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 Забион ян ховун. Педами амруш габ бжанам бошма, шума хаммай далеку хабадуа глай мавзу, яне чама гянджина адабиоти хахада. Толиша звон гадима айомунку жиго хежо джонина адабиоти звонба. Харчанд ки чама дастада эсан нин лаб гадима айомунада толиша звонада нбштаба адаби абидон, амма чама толишон шифухи хаги офаевонати архаи кати хахада, Ама габ базне мунжай, чама звонада манда кали тоса мусульмунати вахти ба чанда гла элементон асосада. Миона асронада вейна толша анвиштониян шайрон офаяше асосан фарси звонада. Чумчко чанда асрон дрози фарси звон чама регионада элмиян адабиоти асос звонба. Демиан жиго толша звонада ян бай неза гила ки звонада نوشتا چانده گلا شایرون نومی بازنمون گاته. چاوند لده خصوصی بازنمون غید کرده پونزامینه اصراده جیا باشتا مخصوصا تولشی گلا کی امجانه دیالکتا دا نوشتا شایر سید شرف شاه دولایی نومی. بنزونی چاب بشا چای دیوان. چای نوم جیگویه. دیوان شرف شاه دولایی. جو گلا مشورا تولشا شایری Сафи Бобо Рошандехи Офаевон айдеба нунзамина асри охой висмина асри сафта. Джо-джо замонунада Офая чандагла джо толуша шайрон номиян базнемонгате. Аяз Баг Пунли, Марзо Фархад Шахнози, Сейд Абдул Гадр Хусейни, Нагши, Ходжа Ахмад Джалили, Фейзулла Калантари, Эхан Ага Али, Садык Голи Хан, Иянджо Шахсон. Мусир толуши адабиот бинобеда даварда асри вистмина соронку. Тагрибан вистмина сорон охо кушгата детоба и хазо навса сива пенджимина сори толуша мариф парварон хамхамбада бавон йоляти кардедабе дада зулфугар. Толуши звонада чаб кардаба тагрибан пенджзан омада китоб. Фаол чаб беда бинче Алакбари, Махмудови, Тагизода, Насилиян, Джо, Анвиштон, Китобон. Хамон соронада авон тарджума кардешоне ба толуши звон, че дунё адабиоти чанда гла классики асарон, че Даниэль Дефо, Робинзон Крусо, Распе, Барон фон Мюнхаузени Маджарон, че Лев Толстой, Александр Пушкиниян, Джо Касон, Повестон иян Романон. Толуши звони ян адабиоти овджада тожа мархала бинобе даварда асри наве мина соронада. Чанда гла толуша шайрон ян адибон дамандин шта ина звонада бо шайрон ян насри намунон навиште. Ами йола таконыш дойба толуша адабиоти озавзие. Тагрибан пенджо сори ба пештаки толуши звон гирд йодо бешабе
Davarda Asri Navi Minasoronada Toluşa Adabiyoti İjan de Gurasado Bayonuş Karde Badinu Ştasado. Babada Çape Beşe İmina Toluşa Armagon Toluşa Poeziya Numunon Gırda Kardabin İyo. Toluşi Adabiyot Ozavziyeda Be Ham Vatanada Haman Çay Marzon Kuhariçada. Toluşi Sado Toluş Şavnışt Toluşun Sadoyan Jo Rujnomun Хайли хдматашон бе сахада. Чум чко толуша маалифон асарон, хамайса банав ча бедан бружномонада. Пешна вахтунада толуши адабиоти овджирода чока кон кардида журнал Алам. Чо толуши маалифон асарон асос лейтмотив ба ватани мехиббате. Своими авон шерон вештедан хаман ишхи, табиати, дустати, жимони мано иан джо масалон хахада. Толуша звонада поезия чанна динамик овч букуан, тоса иса чапо беша насри асарон. Ча джумлао талби шахани, ханали толуши, али насири иан джо малифон повест иан драм асарон номигате иан беваж наби. Насри асарон хахада габжада, Айтан Эйвази Пона Чапо Беша Дло Садо Нумада Романи Махсуси Гейд Лозиме Карде. Де Бади Асарон Иджо Хаман Толушаян Уруса Звонунада Публицистика Ше Ханян Озавзиеда. Басахата Фахрадин Абузода Толуша Лексикография Тарах Шносати Ян Джо Асарон Дгати Джалб Кардедан. Де Сесор Чми Банав Минскада тасис ба Толуши Милли Академия, ишта фаолиятш джалб карда маз ба журнала Толуши Маданияти. Ча джумлаван чама адабиоти нуғудой иян озавзиние. Аве ама вотедамон ки Толушон гада халган бубон, масала молят гадалият хада я йолият хада ни, кейфият хадай. Аве чма азизон, нуғу бдамон ишта звони, худо комагон бубу. Hay gülen o boy 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 Gülen boy 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 boy
Tall shall point out, Brazil, Brazil, tall shall point out.